Наталья, пару вопросов. Как вы прокомментируете обвинение в убийстве вашего мужа? Мне нечего тут комментировать. Мой муж погиб в автокатастрофе. Я уверена, его убили. И даже знаю, кто. Я вас всех ненавижу! Something escapes you. Реально, чего ты хочешь? Бабла, наверное. Ты с ней поаккуратнее, она тебя плохому научит. Может, я этого и хочу? Правда? Потому что всегда вот так начинается. Сначала пьянки-гулянки. Ты, главное, меня не сдавай. Потом забросишь учебу. А с преподом с этим спишь? Все, прощай, нормальная жизнь. На, держи. Поднимет настроение. Чего хочу? В чем проблема? В деньгах? Ну, поговори ты со мной в конце концов! Не трогай меня! У тебя дочь наркоманка, да еще психопатка. Ну, какой за тебя! Ты избавилась от моего отца, а сначала использовала его. Это еще вопрос, кто кого использовал. А я думаю, мы затусим, как раньше, все вместе, в старые добрые. Нет? Ну, ладно.